Был ли у вас страх сниматься? Мы все являемся проводниками энергии. Как грамотно и экологично проводить эту энергию не во вред себе? Ну, пока ты не попробуешь сделать что-то во вред, ты не поймешь, как это делать во благо. К сожалению, только вот так. Не поймешь. Не увидишь это. Ты будешь находиться просто во власти своих представлений о том, как, пока ты не... Так же, как бы в трипах, да? Ничего, он бессмысленен, пока ты не попадешь в хоррор, в бэд-трип. Только тогда ты сможешь... Ну, я говорю про психоделические погружения, которые запрещены на территории Российской Федерации, разрешены только в местах, где они законны. Где они не противоречат закону. И вот в этих погружениях люди узнают о тайне реальности, о том, как она устроена, узнают о том, кто вы, откуда вы, зачем вы. А мы можем подключиться сюда, есть там, нет? И все такое. Сейчас я вот так сделаю. Блять, неудобно, сука. Сесть сюда. Недавно понял, что в этом мире нет никакого добра, только зло большое и не очень. А привычное зло, как вы считаете, есть ли добро, есть ли примеры добра? Ну, можно и так сказать, можно и что, и нет добра никакого, что только зло. Смотря что для тебя зло. Вот. Да, можно сказать, что все на зле, Миша. Нет зла, нет добра. Можно сказать, что добро первично, зло первично. Что оно является фундаментом того, что вот есть добро. Фундаментом того, из чего вообще добро произрастает. Поэтому изначально надо, например, ёбнуть по башке, чтобы потом почувствовать вот кайф жизни. Что как хорошо без того, что тебе по башке бьют. Как же хорошо, когда по башке не бьют. Как же хорошо просто вот быть. Фу, без этого ощущения, когда тебя пиздячит кто-то сзади. Наверное, так. Вот. Поэтому, да. А так ты живешь такой, без зла. И начинаешь гундеть. Начинаешь ныть. Тебе начинает все не нравиться. Ты начинаешь везде видеть что-то такое. Вот, ну, возмущаться всему. Предъявлять какие-то претензии. Это еще вроде не зло, да? Это просто вот, ну, ты такой недовольный. И тебе так, фу, нахуй, зло какое-то пришло тебе. Сатана к тебе пришел домой и за яйца тебе схватил, блядь. Сжал эти яйца и такой, ну что, не нравится? А? Не нравится, блядь? И такой, ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй, отпусти, ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй, больно, ой-яй-яй-яй-яй-яй. И ты такой, ай, как же хорошо. И уже нет желания ни претензий предъявлять, ни наезжать на кого-то. Не за глаза про кого-то говорить гадости какие-то, не критиковать кого-то, а тебе все в кайф. Вот лишь бы тебе опять вот этот сатана за яйца не схватил. Вот такое примерно у меня мнение относительно добра и зла. Сразу так хорошо. И все нравится. Фу.
Чего я возмущался? Чего я был таким недовольным? Оно же вот хорошо, когда твои яйца, ну, никто не скручивает. Это же так замечательно, да? Просто быть. И пусть они там все что-то там ходят и гадят, и мне вообще наплевать. Это так здорово, вот не переживать по этому поводу. Не чувствовать вот этой боли. Есть такой лайфхак, чтобы понять, чтобы почувствовать вкус жизни, чтобы почувствовать... Это, кстати, лайфхак от каких-то психологов. Чтобы почувствовать, что у вас все в порядке на самом деле в жизни, что все ваши переживания и проблемы, они вообще ничего не значат в данный момент, потому что это не что иное, как просто ваши мысли, которые сейчас вас одолевают и с которыми вы волей-неволей отождествляетесь, потому что вы не знаете, как можно по-другому. И вдруг есть вот такой появился лайфхак. Задержите дыхание, сколько можете. Задержите. Дайте своему уму сигнал того, что все, пиздец, приехали. И вот как раз придет понимание того, когда вы первый раз вдохнете свежего воздуха, что лучше этого нет в жизни ничего. И все ваши мысли о проблемах, они просто исчезнут. Попробуйте.